Праздник приходит. В Табасаранском районе для детей, мобилизованных и погибших участников спецоперации организовали новогодние торжества. Со своими мамами их посетили более 200 детишек. Развлекательные программы ребят порадовали Дед Мороз и Снегурочка. Прошел также концерт с участием артистов района. В завершении торжества всем детям вручили подарки от Комитета семей воинов Отечества, администрации района и благотворительного фонда «Инсан». Отмечу, подавляющее большинство участников спецоперации – выходцы из Табасаранского района. По словам местных властей, семьям военнослужащих уделяется особое внимание.